В Ульяновской области большое количество спортивных федераций. Каждая из них активно развивается. Среди них федерация самбо. Спортсмены приняли участие в соревнованиях общества «Динамо» и открытом турнире на призы начальника УФСИН. Всего всероссийские состязания объединили более 200 спортсменов из 14 регионов нашей страны. Ребята показали мастерство в самбо и боевом самбо. Совместно с УФСИН параллельно проходит два турнира, так скажем. Возрастная группа по «Динамо», юниоры 2005-2007 год рождения, по турниру УФСИН 2008-2010 год рождения. Динамовские соревнования носят рейтинг всероссийских, соответственно, отбор чемпиона идет на первенство России. 16-летний Никита Балдин более 6 лет занимается самбо. В спорт его привел отец. Юноша посещает тренировки 5 раз в неделю, совершенствует свое мастерство. Самбо помогает Никите и в жизни. Он более сильный и выносливый, чем сверстники. На соревнованиях юный спортсмен одержал победу над соперником, но результатом остался недоволен. Тяжело, но мог лучше, конечно, бороться, мог лучше выложиться. Ну, что сделано, то сделано. Лучше тренируюсь больше. Самбо расшифровывается как самооборона без оружия. Этот уникальный вид спорта разработали русские спортсмены. Раньше им занимались только сотрудники спецподразделений. Сегодня же это массовый вид спорта. С 2021 года он включен в программу Олимпийских игр. Но сотрудники правоохранительных органов продолжают активно заниматься самбо и поддерживать его. Боевые приемы используют при задержании преступников. Развитие самбо, я считаю, это первоочередная задача, особенно для парней, для мужчин, для будущих защитников Отечества. Они укрепляют свой дух, они укрепляют свое здоровье, у них дисциплина вырабатывается. А самое главное, тренеры их воспитывают в духе уважения традиций нашей Родины. Самбисты, которые во время соревнований покажут свои лучшие результаты, получат спортивные разряды и звание кандидатов в мастера спорта. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.